Но ну, я буду предельно корректен, хотя иногда, возможно, груб. Ну, кто с ранимой душевной организацией, не смотрите это видео тогда, вот и все. Итак, поехали. Вопросы прям подряд тут. Ну, какие-то по логике я тут успел расставить, но на все это время надо. Итак, Томас по-английски. Да, не надо убиваться, кому-то он пишет. Они есть сегодня у всех паразиты, без них лучше, но и с ними можно жить. Да можно и с раком жить, можно жить вообще-то и с так сказать, дренажированной кишкой, и как угодно можно жить. Если в остальном организм в порядке, а как он будет в остальном в порядке, если паразиты, которые потребляют либо питательные вещества непосредственно, например, часть нашей пищи, как ленточные черви, например, в кишечнике, либо как аскариды пьют кровь, либо как токсокары, в зависимости от стадии своего развития, например, личинки их там эритроцитами питаются, личинки уже другой стадии развития, более крупные, на глазном дне питательными веществами, очень многие в органах и тканях различных, ну, а писторхи едят клетки печени, и хинокок, альвиакок просто в тканях любых, даже в головном мозге от этого многие умирают. Ну, ладно. Если в остальном организм в порядке, вы на чистом питании, заморачиваться нет повода. Ну, дуракам, идиотам, которые себя как страусы, грубо говоря, всунув голову в песок, условно обмануть хотят, то тогда таким точно не надо заморачиваться вообще ни о чем вера в том, что они на живом питании, значит, они от всего защищены. Нет. Вы, конечно, от многого защищены, правда. Но от паразитов это только идиотом надо быть. Потому что вы не сможете... Вот как вы можете бороться, организм? Через иммунные клетки. Различные лимфоциты, макрофаги, лимфоциты и прочие разные. Это одноклеточные организмы, по сути, клетки. Они могут убить, поглотить только другую, одну клетку путем фагоцитоза. По-другому невозможно. Ну, там с раковыми клетками еще идет борьба определенным способом, там через ферменты, расщепляя оболочку тех же раковых клеток. Но у паразитов многослойная толстая оболочка, она защищена и от кислой среды желудочного сока. Порой паразиты выживают при PH1-2. То есть кислой среде, они выживают в щелочной среде, их травят разными ядами, и они тоже выживают. А вы такую ахинею пишете. Ну, хоть бы посмотрели то мое видео, о котором в этом видео я тоже говорил. Вот то самое от 2014 года. Вот это видео, которое я тыкаю везде, но лень же смотреть. Но у всех свои мнения. Ну так вот, тогда получайте на свои идиотские мнения мои гневные комментарии. Ну, а, например, дикоросы с леса никто не отменял. Но ну, так тогда и говорить, что не надо заморачиваться, надо заморачиваться, но дикоросы, да, никто не отменял. И они ничего не стоят. Как-то не стоят, вы врете. Они стоят время человеческого. Если, конечно, вы бездельник, э, так сказать, безработный там и так далее, допустим, или пенсионер, я не спорю, у вас много времени, вы не хотите его тратить на своих внуков, на саморазвитие, на еще что-то очень важное, тогда идите в лес на поле, ждите сезон, год, в правильное время собирайте если погода позволит и другие обстоятельства, травы, правильно их заготавливаете, потом правильно завариваете, запариваете и пейте, только тогда знайте, что вы уберете. Как я уже говорил, и для просто, я не знаю, невменяемых людей, еще раз повторяю, как в этом видео я говорил, и в старых всех своих, и в видео грипп лисичка вот в этом, что Травы могут убрать любые, даже самые сильные, тех паразитов, которые в данный момент времени находятся в кишечнике. Если они в виде личинок мигрируют по кровеносной лимфатической системе, в органы и ткани, если они там прикреплены, если они уже окуклились определенные виды, как вот э, 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 э эхинокок, образуя финны, цисты, да, там развитие можете посмотреть, или трихинеллы, вы попробуйте справиться с трихинеллезом, которые вон, бывают, что от продуктов заражаются, он целыми командами, как-то были по телевидению, он целые репортажи, больные команды еще отправлялись вон на больничные койки с трихинолезом, когда ломает тело так мышцы, что человек жить не хочет. Какие же есть все-таки недалекие люди? Так вот травы вот при таких проблемах не помогут, как не поможет, ни... иногда помогают только хирургические операции, как с хинококом, олевиакоком Там можно еще резонансом попробовать разрушить. Кстати, не применяйте этот метод Резонансное воздействие не в плане определения паразитов, то есть исследования, а в плане разрушения. Потому что эти частоты определенные могут войти в резонанс с тканями, окружающими тех или иных паразитов, и, соответственно, разрушать их. Это только применяется в самом крайнем случае, как альтернатива хирургии при тяжелых паразитозах и совершенно не пугайтесь, это не касается вообще всех паразитов. С многими паразитами, с 95% и более, справиться можно вполне самим. Ну, впрочем, давайте дальше. Ну и так далее, в общем. Пи... Дальше он пишет еще одно письмо, он там расписался прям. Вторая часть письма, да. С другой стороны, придерживаюсь все больше, ну это я да, все не цитирую иначе долго, такого мнения, что описывает Шелтон. Все должно быть насколько можно натурально. Ну так правильно и что? Совершенно справедливо. И вы могли бы не Шелтона в этом плане процитировать, а меня. Ведь я это тоже говорю постоянно. И в прошлом люди ели плоды, ягоды, немытые из куста. И у них были паразиты, и не делали они чисток БАДами. Я в шоке. Грипп лисичка – это БАД по регистрации. Это правда, вы совершенно правы, да, молодец, гений просто. И что? Это не натуральный, по-вашему, препарат БАД, грипп, лисичка – или если огневка ультра, которая около 10 видов разных трав в виде экстрактов, водных вытяжек, это что скажите? Хотя это бат по регистрации, но это не натурально вы хотите сказать, это не то же самое, что сконцентрированный из собранных трав отжим. Это уж более натурального быть не может. Вы что пишете то ахинею такую? В прошлые времена люди с плоды, с кустов ели... Короче говоря, это типа камень в мой огород, что я там говорил, что поднятая ягода... Стоп, дорогой товарищ, с куста это проблемы, как правило, нет. А вот если ягодка упала и вы подняли, то вы занесете яйца гельминтов определенных себе в организм. Знаете почему? Потому что в те стародавние времена не всегда навозом удобряли почву, через который то есть посредством промежуточных хозяев в организме животных домашних, да, скота разного, передаются паразиты, яйца, личинки и так далее. И в той почве, где удобрен навозом, конечно, это кишит. А вот в той, где биогумусом натуральным из растений полученным, перегнивший, перепревший камыш, листовой опад, который год там щипа, солома и прочее, прочее там гораздо меньше, чем в той почве, где Применялся навоз. И тем не менее поднятая ягода, ее надо либо обрабатывать и мыть, либо не есть. И это просто правила гигиены. Часть этих простых-простых, очень легко выполнимых правил. Вот и все, и, кстати, про правила гигиены. В той старой своей лекции я тоже подробно все пояснил. Итак, идем дальше. Они не делали с БАДами чистка Они делали с БАДами, которые были травы и грибы. И знания о грибах древние знания. Это занимались тысячи лет назад люди. Так, а паразиты были всегда, как вы проницательны, точно, согласен с вами. Поэтому наверняка помогали им натуральные природные средства, вот, вменяемый ли человек, ну и чистая в то время природа. Чистая природа, воздух и вода никак не помогали, а средства помогали. В природе животные, которые и тысячи, и миллионы лет назад жили в экологически чистых условиях, они тоже заражались паразитами. Но в природе есть средства, которые действительно помогут избавиться от них. И помогали, и будут помогать. И животные дикие это знали, чувствуют и едят, и избавляются сезонно от паразитов. Как я говорю вам, всем твержу, что два раза в год надо проходить, как минимум два раза в год, антипаразитарную программу. Почему программу «Набор»? А чтобы было гораздо больше шансов, что вы за один курс месячный, да, почему месячный, потому что цикл у паразитов размножения у многих в организм 21 день. Плюс-минус. Поэтому месячный курс помогает полностью избавиться от паразитов, личинок и яиц паразитов, что не делают никогда никакие травы. Ясно? Нет? Пока еще не до конца. Идем дальше. Думаю, что и сегодня что-то подобное возможно, хотя и сложнее. А я про что говорю? Я говорю, что возможно и даже просто. Так как чистых трав, воды, климат, условий жизни сегодня очень сложные. Вода, климат здесь не имеют значения, иммунитет человека не имеет никакого значения. Иммунные клетки, еще раз повторяю, лейкоциты, не сожрут никак и не повредят оболочки этих паразитов. Анкелостом, там, волосоглава там, и прочих. И прочих. Земля просто загажена. Какой вы гений. Ну, я ему про это и написал, что и раньше что раньше жили люди на природе, знали природные средства по сезону, гнали паразитов, начиная от семян укроп до ягод, там, косточек, калины там, и грибными препаратами пользовались еще, как были обучающие даже центры, волхвы обучали по грибной терапии, скажем, современным языком. А удали! Удали! Вы почитаете? У того самого составителя словаря великорусского языка. Далее почитайте, когда он написан, он уже еще не только там составитель словаря, да? Может, вы не знаете, я вам подсказывают. Так вот там. Очень много интересного, в том числе какие паразиты, как выковыривали заговорами, травами из скота домашнего. Например, вы посмотрите, вы знаете, сколько было паразитов раньше, когда тем более люди не соблюдали правила гигиены. Я не говорю там про стародавние времена, тысячи лет назад. Я не говорю про старобрядцев, которые очень жестко соблюдали правила гигиены, жесточайшим образом. Не пили даже за чужими, пусть это были религиозные нюансы, но они приводили к тому, что они соблюдали волей-неволей правила гигиены лучше других людей. И жили старобрядцы, кстати, гораздо дольше на 20-30 лет, чем в средней по статистике вот те, кто выживали в младенчестве и доживали до преклонных лет. Так вот, старобрядцы на 20-30 лет, и это одна из причин. Наталья Воробьева по-английски. А кто-нибудь слышал о том, что гранатовые корки тоже обладают противоглистными свойствами? Хоть кол на голове тиши, хоть кол на голове тиши. Может быть вы все-таки, Наталья и другие подобные люди, сделайте то, что я вот рекомендую от чистого сердца. Посмотрите вот это мое старое видео, хотя бы то видео, где вы под которым написали подобное. Что я там говорил? Что травы, гранатовые корки тоже относятся к растительному сырью. Никакие не способны убрать паразитов из организма вообще всех. А способны только в момент нахождения паразитов в кишечнике, поэтому эвкалиптовые чистки, всякие там чингисханы, методы и прочее все это прекрасно, но это может убрать лишь взрослых особей, и то не всех видов, а которые легко могут открепиться, на которых эти вещества произведут воздействие не на все виды паразитов. И действительно, они могут выйти из кишечника. Ну а личинки, цисты, финны, э, яйца нет, конечно, нет. Максим Гаврилов тоже по-английски, Юрий Андреевич, хорошее видео. Но как и какими травами и грибами лечились наши предки? Тогда не было лабораторий, интернет-магазинов, где искать? Тогда люди, в отличие от всех современных людей, которые выросли в железобетонных коробках и учились, как у Пушкина в школах чему-нибудь и как-нибудь, были знания. Эти знания были вполне практичные, не те, которые сейчас, которые вам. 99% ваших знаний, получаемых в школах, в институтах, в принципе, вам не пригодятся. Тем более те знания, которые вы получаете через телевизор. И через всяких профанов в интернете, кому вы верите, потому что, как правило, люди так устроены, что им верить в то, хочется, во что проще, во что удобнее и во что приятнее верить. Вот такая позиция есть. Ну и, соответственно, вы не имеете знаний. А раньше люди имели конкретные, практические знания как лечиться. А тем более в каждых деревнях, поселениях были и бабушки-ведуньи, которые по наследству передавали различные вот эти знания, ну и, соответственно, лечили и травами, только надо было лечить чаще, больше, и, соответственно, грибами, а грибы те же использовали. Он монастырские травники есть, и там про свойства грибов написано про разные. Так что все это было. И было то же самое. Просто попробуйте сейчас все это сделать, собрать правильно, заготовить и так далее. Еще ладно, коэффициент важного полезного действия. Поэтому я объяснял, что лабораторно получить концентрированное вещество, конечно, сейчас можно, а раньше нельзя. И это проще, и это лучше и быстрее воздействует. И поэтому за месяц можно пройти программу, а там не полгода подряд, например, травы принимать. Ну ладно. Людмила пишет, что вы оригинально. Здравствуйте, уважаемый еще Юрий Андреевич. Но тут меня сразу совсем неуважительно ко мне отнесла. Почему? Потому что, смотрите, если хотите, чтобы я поверила вашим рекомендованным препаратам, да, я не хочу, чтобы вы мне поверили с таким этим ко мне, э, таким тоном, как если я, я прям сейчас я прям падаю на колени и прошу прям поверить мне. Ну, сейчас. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос к видео от 3 марта. Ну, сейчас я буду прям бежать и смотреть. Обалдеть можно! Мне тысячи людей пишут, сотни тысяч в месяц комментариев только под видео, не считая всяких соцсетей, слава богу, я их не смотрю, а мои помощники делают. И я сейчас еще буду вам искать, отвечать. А у меня 20 видов бизнеса, помимо продуктов, питания, да? И вся других нюансов. И я сейчас прям бегу и спотыкаюсь. Обалдеть можно, какая наглость. Вопрос касается вашей рекомендации о а, а, совместном применении препаратов кальция и магния. Тут не по паразитам, но очень интересно. В чем у меня возникло сомнение, поскольку они являются антагонистами? Заранее благодарны. Я вот сейчас прочту, что я ей ответил. Здравствуйте. Не, не хочу, чтобы вы мне поверили. Не являются они антагонистами. Чушь. Они всегда вместе есть, в одном растении, в большинстве из них. Например, во всей зелени. Вот все, что зеленого цвета, укроп, петрушка там. там и магния полно, потому что зеленый обуславливает цвет, вот как раз хлорофилы, да? В основе которых как раз вот магний и кальций. Вот во всей зелени полно кальция и магния в одном продукте. И они также выпускаются биокомпаниями 3 в одном. Например, вот той же фирмы Solgar кальций, магний, D3. И вы хотите сказать, что они не усваиваются и являются антагонистами. С ними поспорьте, давайте не со мной. Я на всякую чушь отвечать не буду. Значит, я вот написал ⁇ Учитесь и не несите чушь, как шариков ⁇ Не надо судить о вопросах Вселенского масштаба с такой же Вселенской глупостью, если дословно, да, там сказать. Так вот, еще раз, для людей, которые умеют хоть как-то думать, кальций и магний всегда есть в одних продуктах. Более того, без магния кальций полноценно не усвоится. Там есть цепочка взаимосвязанных минералов, потому что в органической хилатной форме в живых растениях находятся они а все эти минералы. Несовместимость есть у некоторых витаминов, таких как С, например, и В12, по определенным причинам. По минералам таких проблем нет и быть не может. Ирина Белодедова пишет. Огромное спасибо за разбор. Для меня очень актуальная тема. А у моей мамы обнаружили анемию, врач выписала фолиевую кислоту и железо. И ни слова о антипаразитарных мерах. При применении лисички быстро вышли листочки, в кавычках, коричневого цвета, но еще какой-то комок мигрирует вниз по кишечнику, что-то, ну это ладно, там не знаю, что женщина имеет в виду. Будем продолжать курс лисички и другие антипаразитарные мероприятия, пока проблемы не уйдет. Благодарю вас за труд на благо разумных людей. Вот это очень правильно, на благо именно разумных, потому что неразумным это бессмысленно говорить. И мой YouTube канал для разумных людей. А это как раз, дорогие товарищи, о чем я тоже всегда твержу. Врача любого можно проверить на профнепригодность. Если у вас анемия, железодефицитная или 12 особенно, конечно, железо меня умиляет. И врач вам не говорит, срочно надо проверяться там на аскариду как раз, потому что она кровь сосет взрослые особи, взрослые из кишечника и других определенных паразитов, то это профнепригодность полная. И врача этого надо гнать поганой метлой, потому что в основном причина всех анемий, а врачи это вот не говорят, и я поражаюсь, не в том, что человек что-то там не ест или ест не то, или там мясо не ест, а именно потому, что есть паразиты. Другие проблемы – это огнестрельное ранение, это и язвы проводные, когда кровь вытекает, ну и так далее. Да, тогда тоже может быть анемия. В других случаях ее быть не может. Идем дальше. Александр Любанов. Возникает вопрос, а как раньше люди жили? Ну тоже, ладно, уж я такой побочный, там какие-то вопросы есть. Что они употребляли? Что не было паразита? Были-были. И паразиты всегда были неотъемлемой частью из нас. Были-не были-были. Если это так, а мы от них можем избавиться только благодаря хим-индустрии, это вы кому? Мне? Вопрос, да, мне. Вы в своем ли уме? Я про химию, как раз говорил в этом видео, что... Давайте покажем отрывок. Посмотрите. Часто врачи назначают серьезнейшие такие очень токсичные, страшные на самом деле препараты, например, такие как декарис. Вот лет 30 уже его применяют, и только вот недавно выяснилось, что декарис вызывает рак крови. Поэтому будьте крайне осторожным, не принимайте без самых крайних острых ситуаций такие препараты. Врачи это не знают, многие, к сожалению, не знают. Астриц лечат, например, там, пирантелом, он страшно ядовит. Вермокс тоже лечит паразитов, многие из вас слышали его, да? Это страшнейший яд, он разрушает печень. Кстати, как и даже трихопол, который предназначен, ну, метронидозол по-нашему, да? Он применяется при простейших многих, но он вызывает тяжелейший случай его долгого применения проблемы, например, вплоть до гепатита. Поэтому разрушение печени идет. Это все очень серьезно. Поэтому вы, видимо, не в своем уме. И я это просто констатирую. То, Тогда, может, и не так они страшны? Я в шоке. Так, значит, так. Если паразиты, их не лапочки назвали, не пушистики, а паразиты, гельминты, черви, круглые, плоские, ленточные, которые являются паразитическими организмами, от которых люди испытывают дефицит питательных веществ, интоксикации, повреждение органов, иногда кому и смерть то они не могут быть не вредны, и никаких алогичных вот таких придумок здесь быть не может просто. Я и написал, что выше подробно одному ответил на этот вопрос. Ну и ссылки смотрите, по ссылке видео. Ольга Олешинцева. а Я согласна с мнением других. Ну, некоторые писали там, что очень дороги те наборы антипаразитарные, которые на моем сайте nadgar.ru предлагаются вам. Дальше она пишет, но по-другому у нас в России не могут. Это такой укор, что, мол, у нас в России все накручивают много. Да, это она это имеет в виду. Ведь все для народа, подкалывает она, только для какого? Ну, я ей написал следующее. Могут по-другому, вероятно, в вашей любимой Европе и США, когда некоторые препараты стоят по 100 и более тысяч долларов. Подумайте об этом. Ну, это различные препараты, которые, так сказать, вот корректируют какой-то ген там и так далее. Есть такие сотни тысяч. Для них еще всем миром собирают деньги. Наверное, вы видели. Ну и даже у нас по телевидению такие сборы иногда ведутся. Так вот, давайте так. Вы тогда выступите с плакатами прямо на главных площадях или около фармкомпаний, которые производят эту химию различную, которая стоит сотни тысяч долларов. Ну или тысячи долларов. У меня же не тысячи даже это стоит, да? А потом, видимо, для гражданки здоровье не дороже. Ну и а потом, я что, зарплаты и пенсии, что ли, плачу, да, я, может быть, член правительства или президент, я поражаюсь, какие глупые люди, что мне предъявляют претензии. Или вы хотите, чтобы я, как Христос, сотворил чудо, чтобы я из ничего создал миллионы комплектов, наборов из воздуха и всем нуждающимся раздал. Ну, такого чуда, вероятно, не произойдет. Такого чуда ожидать даже от других людей вы тоже вряд ли сможете. Поэтому сколько чего стоит, столько то стоит, и должно стоить. Иначе бы оно стоило не столько, а по-другому. Русти меха. Эти паразиты у этого блогера исчезли за неделю. Так что не надо народ пугать тут. Не буду выражаться, как бы хотел, таким матерком, но скажу. Сколько ж глупости вас, я вот написал ему, как у Шарикова. Цикл развития многих Паразитов. 21 день. Для этого надо видео мое было посмотреть, хотя бы, хотя я и в этом пояснил. Вопрос, сколько дней личинки мигрируют по крови. Они что, вы думаете, 365 дней в году мигрируют, да, если есть циклы. Что каждые 14 дней, как правило, они при активном размножении. Если мы говорим, например, об эскаридах, каждые 14 дней в среднем они выходят и мигрируют 1-2 дня. Вы что? Вот я просто в шоке. Да. Поэтому, когда пишут, а такой мне человек 5-6 писало, а вот этот блогер снял видео, что все нормально у него через несколько дней было, и он радостью, гордостью упивается, что вот сыроедение-то или там голодание помогло, паразитов-то у меня уже нет на голод, я ушел, и через 5 дней у меня больше нет паразитов. Я просто в шоке. Я надеюсь, теперь вы хотя бы поняли с моей подсказкой, что не надо ожидать паразитов в крови то есть микроличинок первой стадии после выклива из э, яиц, которые мигрируют в ткани, где проводят второй, там, третий, в зависимости от вида цикла развития. А потом, например, когда вы отхаркиваете тех же подрастающих аскорит, и они переходят уже в кишечник, где пробуравливая стену, пьют просто кровь, уже вырастая во взрослую осопь, и живя там до скончания своих дней, там же размножаются и выделяют опять яйца, они в кровь. Ну, короче, весь этот цикл повторяется, да? то вы, вы вообще хоть что-то понимаете, что они не могут быть, каждый день их видно. А если их через день, два, пять, десять нету, в крови, в капле крови, во-первых, не значит, что в этой капле, во-первых, не значит, что в этой капле нет, а в других каплях есть. Их нет в микрокапиллярах, вы же не из вены кровь берете, а в сосуды крупных могут быть. Их может не быть и в крупных сосудах, а в тканях они уже закрепились, и они уже растут у вас в определенных тканях и органах. И тогда в крови их просто быть не может. Сколько же у нас сейчас глупых людей? Знания здесь не нужны. Некоторые скажут, это вы знаете, а мы простые люди. Простые люди должны голову иметь. Простые люди с логикой должны быть знакомы, со здравым смыслом. Как-то хоть мыслить, ну хотя бы слушать уметь. Если нет мозгов, то хотя бы надо учиться. Ну хотя бы надо слушать то, что вам говорят, чтобы глупости не говорить, а потом еще обижаться, что вас называют идиотами. А как вас еще называть? Ну как еще называть, если вы говорите, думаете как идиот, рассуждая, пишете как идиот? Как не называть таких людей? Что, не называть белое-белое черным-черным? Ну сейчас прям. Я всей этой политкорректностью заниматься не буду. Задолбали. И дальше пишет и по-английски, а дальше еще три буквы не пере. Слушайте, дорогие друзья, пишите свои имена, фамилии, отчества, как хотите, какие вы есть. Но ну, хватит называть себя этими идиотскими никами, придумками или набором букв разных. Это как нехорошо очень, нечестно. Претензии. Не все зависит от физической гигиены, но и от психодуховной. Может, об этом подумать надо? Ну, думайте, думайте. Ну, говоря об этой теме, вообще-то, конечно, в целом вы правы. Душевное состояние человека, спокойствие его, это очень положительно сказывается на здоровье. Но на здоровье паразитов это не сказывается никак, потому что, как бы вы ни думали, ни мыслили, даже если вы бы обладали, ну скажем, способностью Ванги, или какого-нибудь там Эдгарда Кейси, или Вольфа Мессинга, то вы бы своими мыслями на эти сложные организмы, высокоорганизованные, со своей защитой мощнейшей, со своей программой и желаниями жить и размножаться, а вы для них инкубатор, так вот вы на них никак отрицательным для них образом не повлияете, можете в этом не сомневаться. Поэтому вы можете а, вот этот дешевый самообман, вот этот вот, мол, расслабиться и жить дальше. А я, мол, надо ко всему относиться философски, или быть как бабочка воздушным и порхать с хорошими мыслями, ля-ля, траталя, там и так далее, то это вот только э, глупость ваша, а никакое не решение данной задачи. Астанина пишет. Но она кому-то там, Ольге какой-то отвечает, я просто решил скопировать, сейчас поясню почему. Я вообще-то не себя имел в виду, а пищу я никому в укор не говорю. Только очень много людей, у которых нет возможности, она вот, мол, кто-то сказал, мол, ну нет, не покупайте. У кого нет возможности купить такой очень дорогой препарат, давайте только будем сразу корректными, такой очень дешевый. Вот этот набор 14 там с половиной тысяч плюс-минус копейки, это копейки по сравнению с здоровьем. А если вы хотите за бесплатно Чудо сделать, то скорее всего этого чуда не произойдет. Нет, варианты есть всегда, безусловно, но скорее всего чудо не произойдет. Так вот поэтому, а, как можно оценивать? А потом извините, если это столько стоит. Но если бы это стоило других денег, это бы продавалось по другим деньгам. Идем дальше. У них пенсия всего по 8000 тысяч рублей. Что я могу сделать? Ну кому-то я дарю, например, вот прям прям человеку надо хорошему, я подарю. Прям вот если вот в крайнем случае, если мне понравится человек, а, так сказать, заниматься в убыток себе делом, да, я, конечно, не буду. Или вы, горлопаны, может быть, будете платить хорошие зарплаты моим сотрудникам, которых у меня очень много, десятки. Может быть, вы это будете делать за меня, умник вы какой, а? Вы ссылку смотрели, сколько стоит этот наборчик, который здесь рекламирует такая претензия? А вы видели чего-нибудь в своей жизни дороже 14 тысяч рублей? Где-нибудь вокруг себя, в магазинах, неважно про что речь, или вы что, сравниваете с химической копейкой из аптеки, которую за 500 рублей можно купить, и типа дело в шляпе? Да, в шляпе, потом вы миллионы потратите на лечение онкологии. И других проблем на пересаженной почке, которого вы будете в очереди годами стоять ждать, если доживете. Вы этого хотите или думаете с вами, это не случится, но почему-то случается с тысячами, миллионами других людей. А, конечно, не от этого. Ну да, факторов-то действует на человека много. Вдруг не это подействовало. И, вернее, это-то будет, но может быть. Но когда-то, не сегодня, а сегодня вроде вы избавитесь от паразитов всякими там вермоксами, декарисами. Я поражаюсь над тупостью людей. И я пишу это и Татьяне Останине. И что мне революцию сделать? Ну, чтобы пенсии повысить. А я, кстати, в принципе, не против. Только ладно, так сказать, вот не об этом речь. А сколько стоят медицинские препараты по корректировке наследственно-генетических проблем? Сотни тысяч долларов. Ну и не только, это я так просто к слову. Тысячи долларов очень много, какие стоят препараты. Он только начните лечиться от онкологии и посмотрите, сколько вам будет стоить. А миллионы людей в год заболевают онкологией, например. А вы знаете, сколько? Вот можете открыть интернет, посмотреть, сколько по статистике зараженных на планете аскоридозом. В среднем 1,2 миллиарда человек. Александр Анохин пишет. Здравствуйте, Юрий Андрей. Большое вам спасибо за очередное полезное видео. И спасибо за рекламу ваших продуктов, так как без нее не было бы смысла смотреть видео. Что толку разбирать проблему, если нет возможности ее решить? Это пишет разумный человек. И мне нравится его письмо не потому, что он у меня, как бы, вот, да, видимо, хочет купить там, или, по крайней мере, за это благодарит. Просто потому, что это разумно. Я объясняю проблему, даю пути решения этой проблемы. И, соответственно, у человека разумного, у которого нет времени, который не хочет вот, заниматься всякой фигней или тому, он не может потратить месяц, ему проще не собирать травы самому, а проще взять и купить готовый набор, комплект. Предупрежден, вооружен. Я объяснил проблему, суть, что это проблема, что ее надо решать. Решать ее разным путем можно. Можно травами постоянно, вот прям постоянно. Потом опять заразились, опять травами, опять. Но только помните, что надо подбирать циклы, надо делать это циклично много раз – и то вы до конца паразитов не убьете, не выведете, вернее, из организма, убивать их не надо, надо выводить. Ну и вот свит эндлана, свит как это метод Чингисхана один раз в год. Я просто в шоке. Ни хрена вы этим методом не уберете паразитов, а только тех уберете, которые в данный момент времени находятся в кишечнике. Это да. Ну а дальше пишет Иодида. Так, паразит съест больше ваших полезных веществ, чем вы потратите на банки лисичек. Правильно, абсолютно. Так даже выгоднее кормить их меньше. Ну, тоже правильно. А, кстати, аппетит уменьшается, особенно кто толстый, это кому-то. А кто уже исхудал, кто по причинам паразит, потому что они съедают. Вот говорят, в кого корм, не в коня, там это, там что, глисты, что ли? Правильно говорят, потому что многие, например, ленточные черви, десятков видов, они действительно высасывают просто компоненты пищи из кишечника, и вы недополучаете многие питания. Да, можете худеть по этой причине. Так что тут может быть и ожирение, если в печени, например, паразиты, и если в кишечнике вот, крупные, то и худеть и да, вы можете просто тогда и меньше есть, а больше поправить здоровье, нарастить мышечную массу даже. А вы знаете, что они управляют нашими мыслями, а, кстати, да, и желаниями? Ну, вот тут человек поясняет. Были обширные исследования, это правило, в институте города Праги, ну и не только там, ученый доказал, что таксоплазмоз, правда, это не паразиты, это паразитарный организм, но это уже относится к другим совершенно группам, не паразиты. Это вот влияют на молодых женщин и толкают их на совершение аварии за рулем. Кстати, таксоплазма заставляет, когда мыши поражаются таксоплазмой, они бегут к кошке, чтобы кошка их съела. Потому что у токсоплазмы есть определенный цикл развития, как у многих паразитарных организмов и или в нашей теме паразита. Да? Так вот, посмотрите мое видео про токсоплазмоз. Непременно. Очень важное видео. Дальше. Доброе, хорошее. Ну, ладно, хоть так. это. Юрий Андреевич, вы мне так и не ответили. Почему вы рекомендуете действующее вещество, которое вы делаете, в скобках, синтезируете в лаборатории, когда сами вы всегда против химии, а что, в лабораториях только синтезируют химию или только синтезируют и больше ничего? А путем экстракции разной в лабораториях что, не получают определенные вещества? Когда вы сами против химии только за натуральные продукты. Да, в прошлый раз вы сказали про действующее вещество. Ну, я для зрителей новых скажу, хиномоноза, да, я говорил, который в лисичках содержится, действующее вещество. Но как оно получается, вы не ответили. Ну, что за вранье? Мое видео, которое вышло уже несколько лет назад, гриб лисичка. Я там сказал. Во многих своих видео ответы на вопросы я тоже это говорил. Во многих а, прошлых видео да, куча где. И вот пишет, как стрижено брита. Оно синтезируется химическим способом. Стоп, стоп. Если вы сейчас спрашиваете, оно синтезируется химическим способом или извлекается из натуральных грибов, то тогда зачем вы меня оскорбили предыдущим своим текстом, где написали? Почему вы рекомендуете действующее вещество, которое вы делаете в лаборатории, когда сами против, то есть почему мы химии? Так давайте вы будете тогда последовательны. Или вы меня обвиняете, оскорбляете, что мы делаем химию, либо вы спрашиваете. Тогда все-таки вы должны спрашивать, но тогда не утверждать ничего. Так вот, я много раз говорил и тому, ну, проверить любой может, во многих моих видео это есть, что вещество хиномоноза получается в концентрированном виде. Добывается из натуральных, природных, диких грибов лисичка, которые собирают, лабораторно потом проверяют, нет ли там химии, где та или иная бригада собирала их каждую партию и так далее. И уже лабораторно получается чистое вещество, полисахарид, как, собственно, происходит при получении любых грибных препаратов. Происходит э, именно концентрирование, чтобы в маленьком объеме была высокая концентрация рабочих веществ. Ну вот и все. Будьте добры, не ругайтесь на людей, нормально. Не называйте их глупцами, если им что-то непонятно. А если что-то непонятно, вы спрашиваете. А если вы хотите обвинить, то будьте любезны получать от меня в ответ, соответственно, адекватную речь. Если глупец хочет стать умным, то что в этом плохого? Ничего плохого нет, только хорошо. Только ясность устраняет все вопросы по данному поводу. А ясность я это внес уже давно и твержу вам, лентяем, что смотрите те или иные мои видео. Вот как вы думаете, почему я бьюсь много лет? И постоянно в каждом видео твержу, смотрите те мои видео, которые даны по ссылкам, но людям пофигу. Они не смотрят. И вы вот такой же пофигист. Мне чего индивидуально вам отвечать надо, что ли? Немного ли чести? Или вы, может быть, все-таки не поленитесь посмотреть? и то, что я говорю, все-таки учесть. И посмотреть те видео по ссылкам под видео каждым конкретным я по темам даю. Неужели это сложно? Я просто в шоке. Дальше пишет Лариса по-английски. Ладно. Юрий Андреевич, а можно понять, что, например, есть паразит без анализов? Как-то жутко слышать, что они есть у всех. И вы так вежливо и мило обзываете нас Неучами, что просто боишься что-то спросить. Ну, конечно, не у всех есть высшее образование в этой области, или мы все должны знать то, что вы знаете на обязательном уровне. Нет, вам достаточно знать то, что я говорю, скажем, в своих лекциях, и посмотреть некое количество минут, или там, как с лекцией от 2014 -го года, полный, но очень серьезный, на 4 часа. Но вы могли бы потратить 4 часа, выписать на бумажку еще пару часов важнейшую ту информацию и на всю жизнь знать, как предостеречь себя по максимуму, своих детей и близких от заражения теми или иными видами гельминтов и других паразитических организмов, простейших типа лямблий, таксоплазмы и прочее. И поверьте, и 6 часов, и даже 156 стоит того. Ну, там не надо 156, достаточно 6. Мы же доверяемся врачам. Ну и совсем огорчились, посмотрев ваше видео. Ну, вы опять-таки только говорите за себя. Может быть, вы за свою семью. Не надо за всех зрителей говорить. Однозначно полезное видео, но какое-то унижающее вока. Ну, гордыню свою уберите и слушайте. Я вот что чувствую, то и пишу. Лара. Ну и я вам тоже отвечаю, вот что чувствую. Честное слово. Вот поверьте на слово, я вам отвечаю так как я чувствую. Вот чувствую, что надо так ответить, и вот прям так и отвечаю. Алла Сергеева пишет вопрос. Каким образом подействует полисахарид лисички на паразита в тканях? Ведь по сути в кишечнике все это разбирается на микроэлементы. Или я что-то не понимаю? Ну, вы очень правильный, в принципе, вопрос задали, но вы что-то не понимаете. Да, потому что дело в том, что не все вещества разбираются, а некоторые проходят так. Например, все отдельные элементы так и проходят, монокомпоненты, неразбираемые составные части. Так вот, в данном случае вещество хиномоноза, когда попадает в кишечник, именно поэтому оно идет в капсулах, кстати, сразу отвечу: да, тем, кто говорит, а можно порошок. Можно высыпать, кто не хочет потреблять капсулы, хотя скажу, не волнуйтесь и веганы и сыроеды. Эти капсулы получены из целлюлоза, не из желатина, и вы животных тем самым не убиваете. Итак, вы потребляете в капсулах, потому надо. Так делать, что раскрываться они должны в определенной среде, щелочной 12-перстные кишки они а кислой среды желудка. Потому что всосаться они должны в кровь в тонком кишечнике, а поэтому раскрыться они должны там, чтобы часть лечебных свойств не убилась в желудочном соке. Это правильно. Поэтому, если вы в порошке хотите, прямо вот хотите и все, то высыпайте в рот, запивайте, но стаканом воды на голодный желудок. Потому что от стакана воды с между желудком и. 12 перстней кишка открывается и туда уже проникает вот в непереваренном в желудке в виде то, что растворено в воде, по крайней мере. Но лучше в капсулах принимать. Рус по-английски. Юрий Андреевич, добрый день. Спасибо вам за такие живые примеры и их ошибки. Пожалуйста, можно вас попросить почаще в ваших видео говорить про детские дозировки? Да, но вы понимаете, опять-таки, смотрите, зачем мне говорить в частности? Вы поймите общее правило. Вот любая взрослая доза того или иного препарата, который указан у меня на сайте, под любым товаром, и вообще где бы то ни было, вот вы видите взрослую дозу, помните, что детская доза рассчитывается всегда так. Вы берете массу тела 60-70 кг и берете какое-то количество, вот пилюль, капсул, грамм в порошке и так далее. И вы просто делите на то крат, во сколько крат ваш ребенок по массе меньше 60-70 килограмм. Допустим, он 6 килограмм или 7. Значит, делите в 10 раз. Вот вам простой расчет. Чуть больше, если препарат безвредный, можно давать, не страшно. Но под каждым товаром у нас, в принципе, детская доза либо написана, либо я, вот, может быть, где-то это и не написано. Но под товаром набор антипаразитарный точно сказано, как быть детям. Я внимательно еще раз этот раздел пересмотрю и внесу туда поправки. Но помните главный алгоритм. Самое ценное в моих видео, для разумных только людей, что я даю конкретные как бы, алгоритмы, Которые помогут в аналогичных ситуациях вам решить ну, ту или иную задачу и ответить себе на вопрос самим. То есть я даю топор, а не дрова. Понятно, да? Потому что дрова кончится а топор условно дольше продержится у вас, проживет. Кол о сок. Спасибо большое, вы умница. Нам всем помогаете, учите неразумных. Вот это правильно. Этот человек без гордыни пишет, не выпендривается. Спасибо, что вы есть. Благодарю вас от всей души. Вот ко всем порядочным людям, и я со всем сердцем и душой. Не слушайте никого. Ну, ведь имеется в виду таких всяких разных. Учите, просвещайте. А из Германии можно заказать? Можно. В любую точку. Вот смотрите, тоже вот будьте, прошу вас, внимательнее. Ведь в этом видео, ну, под которым вы написали мне вот этот свой душевный комментарий свой, да, вы ведь должны были видеть в конце, я что там говорил. Поэтому набор в любую точку России, мира, мы можем отправить Давайте послушаем, как это у меня в видео звучало. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары. Вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе Доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и... и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки в том числе на мои соцсети очень рекомендую подписаться на телеграм-канал который дублирует youtube мало ли что с ютубом будет и там есть также ссылка на индивидуальные консультации все ну вот видите всегда Имейте терпение, дослушивайте видео до конца. Так, дальше пишет сладкий мастер. Ну хорошо, Юрий Андреевич, спасибо вам за труды огромные. Я 4 года не ем мясо на интуитивном уровне, так как чувствовал гнилостные процессы при его употреблении. Совершенно правильно, ну не все чувствуют жалко, а вообще это все правильно. А после того, как перешел, вот тут мораль такая очень большая, а после того, как перешел на кето-питание, насмотревшись кето-гуру, стал употреблять мясо, потому что в основном про кето-питание в сети наши зарубежные товарищи говорят, что надо мясо там, и пишет человек понеслось. Жирная кожа, вздутие, проблемы с ЖКТ, слабость, перхоть. Ну, конечно, не у всех, а то сейчас скажут, а у меня все отлично на мясном кето. Дорогие товарищи, у вас все отлично. Давайте так, у меня есть видео про кето питание, да, вот посмотрите его и посмотрите, что будет у вас, у кого сейчас все хорошо, чуть позже. А почему будет? Ну, там тоже написано все и разумно, и аргументировано. Дальше пишет человек, затем, как увидел вас и посмотрел правильное кето питание, видео мое вот это, да, Которое вы всем рекомендуете сразу отказать. Вот правильно человек сделал, он, он послушался моего совета. И он все-таки посмотрел то видео, а может быть и другие, о которых я советовал, говорил. И что произошло? Сразу отказался от животной плоти. И как по волшебству снова восстановился. Кожа очистилась. Ушли все проблемы с ЖКТ. Успехов вам в вашем большом труде. Благодарю вас за это очень важное письмо. В назидании вот другим людям. А2 ТВ. Юрий Андреевич, а можно с вами консультацию взять, чтобы вы мне подробно объяснили, как что мне надо делать и как принимать? Хочу быть здоровым человеком, жить счастливо, поможете ли вы? Без проблем. Значит, под каждым моим видео, алгоритм, я вам даю алгоритм опять. Под любым, любым из сотен моих видео есть ссылочки разные. Открываете, нажимаете еще слово еще. Открываются ссылки в самом конце, где там мои сайты. Там есть индивидуальная консультация. Вот давайте посмотрим, как это на экране выглядит в увеличенном варианте. Вы нажимаете мышкой, попадаете на страничку, читаете условия. Если они вас устраивают, вы пишете там на почту, которая указана, то, что там написано. И дальше пошагово даже не задумывайтесь, только вперед. Не надо на несколько шагов вперед думать, все уже давно за вас продумано. Просто пишите письмо, что вы хотите на консультацию, условия прочли, согласны. А дальше все будет, как говорится, по маслу. Теперь Елена Уткина. Мне Геруда-терапевт, о, супер, да, посоветовала даже и не спрашивать про паразитов наперед скажу что это в США тут же пропишут антидепрессанты но ну, это у нас скоро будет этот уровень знаний медицинских в России скоро я думаю будет из Америки придет попросила направление на анализ таковых услышала ответ знаете какой у вас их нет а как врач мотивировала свою реплику что у вас нет паразитов даже не изучив вы же не из Африки приехали Конченная дура, что я могу тут сказать? Так что пишет заключение, женщина вот эта, которая мне пишет, Елена. Так что не ходите, дети, в Африку гулять. Ну, совершенно верно. Да. Владимир Серегин, Юрий Андреевич, а в чем разница между экстрактом лисичек вашего изготовления и других, или получение экстракта лисичек у всех производителей происходит по разной технологии? Во-первых, по разной технологии. Во-вторых, степень очистки разная. Во-третьих, концентрация действующего вещества разная. А если у них термообработка идет выше 35-37, то там и не остается реально действующих веществ. А может быть, кто-то из производителей просто молотую лисичку туда кладет. Ну, короче говоря, это просто вопрос э, экстравагантен в наши дни. И, конечно, просто оригинален. Ну, я, я не знаю, что сказать. У друга, я, я понимаю, что у людей жажда есть сэкономить, да. Но экономия, ну это же ваша воля. Экономить на своем здоровье. Мне кажется неразумно, но я тут не буду советовать, будет просто некорректно с моей стороны, как будто я действительно впаривать хочу. Я не хочу, это ваш выбор, где вы будете покупать. Хотя, надо сказать, здесь еще один момент важный. Что если люди вы смотрите мои видео, благодарны мне за это, находите в них много важной информации, пользуетесь моей информацией, значит вы пользуетесь моим временем, у меня время очень дорогое. Я, конечно, надеюсь на то, что люди будут благодарны мне и по мере своих возможностей реальных по совести будут покупать у меня продукты, товары, приборы разные там и препараты тоже методики лечения. А если вы покупаете у кого-то другого, ну услышав все от меня, то вы поступаете как непорядочный человек, потому что вместо того, чтобы отблагодарить меня в том числе рублем, ну, как бы в компенсацию потраченного моего очень дорогого времени, то вы, вот, если это не делаете, значит вы не даете мне развивать мои проекты, каналы. Вы знаете, какие деньги я плачу только в непроизводственной сфере разным э, людям, кто работает у меня ну в IT-сфере, скажем так, там, и так далее, не считая. Производственную да, сферу. А есть люди, наоборот, пишут: я как раз у вас их хочу приобрести, чтобы вас как раз отблагодариться. С одной стороны, а с другой приобрести то, что действительно важно, нужно, полезно. Вот это вот позиция честного, порядочного нормального человека. Федор Вохмин пишет: Подскажите, пожалуйста, а лист черного ореха, он действует только на паразитов, которые в кишечнике? Ну конечно, ну, ну естественно, ну а на каких еще? Автору Зошкину, нифига себе, неужели такое имя, правда? У человека совпадение. Автору Зошкину он бы помог, но я не знаю. Имею в виду комплексно, если бы по вашей программе выводил паразитов. Я еще не понимаю. Короче, суть такая: что если дополнительный лист черного ореха принимать к моему набору, а это можно, но ну, это будет неплохо. Хотя нет в этом смысла никакого лишние деньги тратить, потому что э, в состав вот, одного из компонентов входит экстракт растений э, очень сильной программы, так что это просто не нужно. Пишет Ямик Блик Фролов. Как так? Ух, претензии, как и какое хамство. Полынь же отравляет кровь и живущих в ней паразитов. На этом пока остановимся и я прокомментирую. Если бы полынь, дорогой товарищ, э, Ямик Блик, но я не думаю, что это Ямик, ваше имя, Блик, фамилия, хотя фамилий таких бывает много. Так вот, я вам отвечу так, что, значит, если бы полынь, как вы пишете, отравляла кровь, то люди, которые принимали бы полынь, не жили бы, хотя я допускаю, что можно выпить такую концентрацию полыни, что кровь она отравит, а тогда вы умрете. Вот если вы умрете, паразиты тоже умрут, а если вы не умираете, кровь ваша все-таки не, не отравленная на, до той степени, чтобы отказал мозг там и другие органы, то и паразиты там остаются живы. Если дозу увеличить, эффект будет не только в ЖКТ нет, не будет эффекта. Я объяснил только что почему. Какие есть аргументы? Аргументы, доказывающие, что это не та, а я вам только что аргументы привел. Дальше идем. И также те, которые ранее приводил, про защитные оболочки этих паразитов. Нет, я считаю, что я не... Вот сейчас время теряю не зря, хотя очень большое. И у вас будет, вот по крайней мере, всегда возможность у всех людей обратиться к этой лекции. Вот, дорогие друзья, я очень вас прошу, кто досмотрел до этого момента, вот всем людям, кто пишет всякую хинею в комментариях, кто вам, где-то вы в соцсетях увидели, очередную чушь там, которые люди вот в надежде на халяву будут, так сказать, рассчитывать, что они волшебной палочкой или там черемшой, или там все у себя уберут и у них все будет прекрасно, вот пошлите им ссылку, чтобы они все-таки это видео посмотрели, чтобы они, может быть, все-таки и поняли. Людмила Бал. Юрий Андреевич, низкий вам поклон за ваш труд. У меня дочь 18 лет, будет скоро ей. Вот не нравится мне ее состояние. При ее хорошем росте есть дефицит веса, гемоглобинные эритроциты чуть выше нормы, физически слабая, быстрая утомляемость, бывают болячки на голове. Бели, ну да. Слабый кислотно-аммиачный запах изо рта, кариеса нет. Ну, это проблема с кишечником. Синдром дырявого кишечника, мою лекцию смотрите. Почему зожники тоже болеют, смотрите. Сибор, скорее всего, есть. В возрасте 2-3 годика выходила аскарида, ну, и были астрицы, а у кого их нет. Лечили аптечными препаратами, но ну, вот подтравили ей печень, у нее ухудшилось пищеварение, вот вам результаты, что же вы... Летом 2000 года пропили противопаразитарный комплекс Бутакова. Результаты не увидели. Ну, потому что в Коралловом клубе есть хорошие препараты, есть, и я их тоже рекомендую. Некоторые только. А антипаразитарка там, ну, это те же травы, поймите. Ну, ну, да и Бутакова говорит честно, что если тот же Аписторх, да недостаточно этого набора. И она говорила... То есть, ну ладно бы еще туда каруасина, еще что-то, все равно этого недостаточно. Не по всем паразитам травы способны работать правильно, не было результата, а что вы хотите. По органам и системам без особенностей. Питание домашнее деревенское. Но ну, это ни о чем не говорит. деревни тоже по-разному люди питаются. Если вы ее пичкаете молочкой, то ясно, что у нее будут проблемы. Ну вот как девушка, она не наливается в этом возрасте. Есть смысл пропить ваш комплекс антипа? Есть, потому что, во-первых, это антипаразитарная программа, а во-вторых, гепатопротекторная. Также дальше я советую, соответственно, пропить ей курс, который у меня указано в видео, грипп дождевик. Ну и, конечно, посмотрите, пожалуйста, моих хотя бы 20-30 последних видео, начиная от таких, как то интервальное голодание, раздельное питание, калории, инсулинорезистентность обязательно и прочее. Подскажите, на что обратить внимание. Ну вот я из Казахстана вы. Ну да, у вас там понятно, молочка, все. Вот я и, ну что-то вы удивляете, кому как повезет. А в наши дни столько факторов вредных, которые не действовали на вас, на бабушек, дедушек, любовь Фаверо. Скажите, пожалуйста, ваша антипаразитарная программа работает при любом виде питания? Очень хороший вопрос. Это правда, она работает абсолютно при любом типе питания. Питание здесь не имеет никакого значения на э, программу, на ее эффективность. Я, например, придерживаюсь средиземноморской диеты. Переход на сыроедение не получился. Ну, он вполне может получиться, если вы будете знать, как и что, и посмотрите эти видео, интервальное питание, вот это, почему нельзя есть после 16.00, калории, и все легко получится. Единственное, лучше не есть сладкое и мясо поменьше, или лучше вовсе его не есть, это просто рекомендация, это не обязательно при прохождении курса. И нужно ли при приеме антипростарных продуктов соблюдать определенный режим питания, например, того же сыра? Нет, не обязательно. Алексей Гагарин. Юрий Ильич, здравствуйте. Антипаразитарку пять стоит она. Вот программу. Вы лично тестировали? Вот нам с женой не помогли. Ну, это, эти курсы не помогли. И мне стало интересно. Видите, я даже не боюсь вам это зачитывать. Почему? Ну, что я, я ясновидцем оказался. Как? Я ему написал на этом. И лично тоже, разумеется, я проходил, мол, что вам не помогло? Курс, набор, полный набор, с огневкой. От чего конкретно? Знаете? Или просто на ощущения свои полагаетесь. Он мне отвечает. Мы с женой, веганы 7 лет. О, с -с Супер. Два года назад, два, два года, да, сдавали биорезонансные анализы. Это по фалангам, пальцам, точек ног, там рук, ну сейчас рукусом. Изучают по волновому следу, там, ну скажем, по э, таким колебательным движениям поступательным от разных тканей, органов, там, из базы данных в компьютере это все соотносится и выдается автоматически, без знания того, кто... И это, собственно, все исследуют. Ну и так, примитивно я сказал, что это за биорезонансные исследования. Вот, нашли, что у меня и у нее по 6-7 видов паразитов. Там всегда находят по 6-7 видов. Я же говорил много раз, надо было меня хорошо слушать. Пропили по курсу, видимо, нашему, и не сработал. Да ну, а как не сработал? Может, специалист биорезонанса неграмотный или что-то в этой фазе там? Ну, ладно. Думаю, можно на эти деньги у вас было бы что-то поинтереснее купить. Благо, оно у вас есть. Ну, спасибо, что у нас хотя бы много чего интересного есть, и вы это тоже оцениваете и понимаете. Но скажу вам так, дело даже не в специалисте. Я сто раз говорил, сто первый там уже повторяю, что Биорезонанс следует то, что есть было, возможно, это было остался след волновой остаточный. И всегда говорил, и я же вам вот вам тоже в том числе, вот в этом своем видео, где я разбирал этого зож блогера с уже восьмилетним стажем сыроедения и веганства, я четко и ясно говорил следующее, что сначала сдайте биорезонансное исследование, ну, чтобы знать, на что хотя бы есть у вас это или было, но прошло сдавать на иммуноферментный точный анализ, медицинский официальный лабораторный точный иммуноферментный анализ крови на антитела к антигенам тех паразитов, которые вы хотите, чтобы вам лаборатория проверила. И вот если бы вы сдали на то, что вам нашли, на 6-7 видов паразитов иммуноферментный, вот тогда вы могли бы сказать с большей долей вероятности искать: Ну вот видите, ничего не изменилось. Ну зачем же вы так поступаете? Ну, вы либо лентяй, либо невнимательный человек, я не знаю, либо у вас с памятью проблемы. Тогда B12 принимайте обязательно. Принимайте, да, там для того, чтобы йод, ну, цинк обязательно, чтобы тренировать мозг это непременно. А я ему и ответил: естественно, вот вам и ответ. ИФА сдавали, проверяли, сто раз пояснял, что биорезонанс показывает то, что и было, и не обязательно есть, и только ИФА точно скажет, даст ответ. Вот сдайте, и тогда посмотрим. Ой, ОР. Юрий Иванович, а можно ли пользоваться комплексом с лисичкой на последнем месяце беременности или во время грудного вскармливания? Спасибо. Очень важный вопрос. На него я тоже сто раз отвечал, но поскольку этот вопрос предельно важный, я еще раз скажу. Значит, как сдаются препараты на аттестацию и на, скажем так, чтобы выдали сертификат, что это БАТ, и продавать его можно официально. Как? Проводятся исследования на разных группах животных, потом людей, но не проводятся на беременных, детях до 6 лет и грудном скармле Поэтому на любом БАДе по закону всегда пишется, противопоказания. Беременным там грудное вскармливали детям до 6 лет. Почему? Потому что это истина. Нет, потому что не проводились исследования. Это не значит, что нельзя. Но до Юры нельзя, это правда. Я тоже скажу, нельзя. Люди делали, принимали, да. Я говорю, на свой страх и риск. А почему не проводились спросите? Потому что это стоит гигантских денег. Кстати, посмотрите мое видео БАДы и фарминдустрии. Вот посмотрите. Будет очень вам полезно. Ну, не лично вот кто пишет, я вообще говорю тем, кто вот такие претензии предъявляет, а что, вот, вот мол, там это не проводилось, что же это тогда за лекарственные? Полынь тоже точно не проводилась, сто процентов. Сейчас век фарм-индустрии, миллиардных корпораций, век диктата капитала и сроченных с ним СМИ и, соответственно, разных видов власти, которые будет вам говорить, вещать, запрещать и глумиться, и хаять, и так далее. Все натуральное, а все синтетическое – будет вам рекомендовать, навязывать, убеждать. Ну а вы будете постепенно верить. Собственно, по мере отупления людей все больше и больше. А, некоторые, вот я решил даже это включить. Есть такой Арсений Кувалдос. Ну, естественно, я его, скорее всего, забанил. Голая коммерция, это то, что я... То есть он не слушал, он не слышал, по похрену, он просто увидел, что я продаю курс, да, вот это решение проблемы, и сразу, большей частью бестолковая. А ему ответил Булат Абдрадшитов. Он пишет, этому кувалдосу. Арсений, ты сколько роликов Юрия Андреевича просмотрел? Один? Два? Да он не смотрел, я уверяю вас, ничего. Ты просто не в теме, пишет интеллигентный человек. Вывод твой неправильный. Я подписчик Фролова и могу сказать, что пока я не вижу должных врачей, биологов, которые освещают множество аспектов по здоровью, как Юрий Андреевич. Я ему ответил, благодарю вас от души. Но человек написал совершенно справедливо. А я Арсению этому написал так. Дело в том, что мои видео не для безмозглых людей. Вот и все. Почему он там не увидел? Потому что он смотрит в книгу, а видит фигу. И его злит, что там много, видимо, у меня буков, как обычно пишут такие люди, с таким интеллектом. А этот интеллект выражается в его глупости, бестактности, даже я бы сказал, подлости и дури, которую он изложил в этих трех-четырех своих там фразах. А я благодарю Булата, моего постоянного зрителя, за честность, поддержку, за разумное письмо, за логику, за констатацию фактов. Ну и, конечно, за высокую оценку мою. Кстати, давайте посмотрим, как иногда разумные врачи, ведь тоже есть они образованные, разумные, которые все-таки не только учились, а еще и самообразовывались, что гораздо важнее любой корочки диплома. Вот, например, такое письмо. Как раз это было под одним из роликов по паразитам. Ну ладно, шултшек, что то такое по-английски. Здравствуйте. То есть этот антипаразитарный набор, наш имею в виду, только восстанавливает клетки печени. Откуда вы такое? Только восстанавливает клетки печени, но, но аписторхов не убьют и не прогонит. Я, я не знаю просто, как еще говорить. Вот давайте поставим отрывок. Вот прям отрывок, как я говорил в этом конкретном видео, под которым этот человек написал такое вывод, типа, что он вынес из моего видео. То есть этот антипаразитарный набор только восстанавливает клетки печени. Давайте посмотрим, где я говорил, что он является в том числе гепатопротектором. И что же я говорил, что этот набор делает. Вот послушайте. Проще просто пропить антипаразитарную программу, потому что стоимость всех этих обследований будет точно не меньше, чем сама антипаразитарная программа, которая является единственной действующей, полной. Почему? Потому что в грибе лисичка есть такое вещество – хиноманоза. Хиноманоза – такой полисахарид, который разрушает внешние мембраны оболочки гельминтов и даже личинки и яйца гельминтов разрушает и прерывает тем самым цикл развития тех паразитов, которые в организме могут размножаться, а есть такие виды. Плюс в этот набор входят травы, но не какая-нибудь одна-две травки, а комплекс, подобранный, специально разработанный, более 10 видов трав, называется огневка ультра. Там есть другие в составе набора вещества, которые укрепляют иммунитет, например, в составе грибы шитаки полисахарид лентинан, который именно укрепляет иммунную систему. Потому что когда паразиты будут массово гибнуть или выходить, выгоняться, а задача главная выгнать их из организма, да, будет интоксикация, может быть, вот чтобы препятствовать интоксикации, есть гриб трудовик лиственничный, потому что он как бы помогает печени, он является гепатопротекторным средством. Ну и плюс вот для укрепления иммунитета шитаки. Но все это не просто молотые грибы, как кто-то может подумать, а это действующие вещества, которые получены лабораторно в концентрированном виде. Поэтому в этих препаратах, которые, например, называются там гриб шитаки, например, вещество чистое, концентрированное, лентинан, полисахарид, ну и так далее. Ясно, да? Итак, важна комбинация, важен системный подход, правильный. Ну что, услышали? Я не фантазер? Так что же с людьми происходит? Я поражаюсь. Ну и последнее. Людмила Поречная пишет следующее. А может для детей там все это не нужно? Может программа подешевле? Напишите, пожалуйста, Юрий Андреевич. Я совершенно вот забываю все время об этом сказать, дорогие друзья, ну поймите, что ну, дети маленький организм, там далеко не все препараты можно использовать. Некоторые из них там горькие, дети маленькие глотать капсулы не умеют, как правило. Конечно, там все это не нужно. Там достаточно других мер. Из нашей программы только препарат в капсулы, грипп лисичка, как порошок применять, все вот это я уже сказал сегодня в этом видео и под товаром. Набор антипаразитарный, подробнее про детей я там еще подробнее изложу. Вот когда вы уже видео будете это смотреть, там уже будет изложено. Теперь, это уже дешевле, да? Ну, свеча-лисичка, это лет там с 5-6 с можно э, вставлять. Но ну, до этого не надо, только порошок вот этот. Ну и вот, пожалуй... Огневку ультра тоже стоит применять детям с 2-3 лет. В маленьких дозах. Начните даже с 1 трети от того, что я рекомендую. Смотрите, реакции нормальные, постепенно дозу увеличивайте. Все, никаких проблем нет. Можете делать молотые семена укропа, запивая теплой водичкой, либо размешая в 1 трети стакана в 1 четверти. Давайте тоже детям выпивать. Каждый день, 3-4 дня подряд, и так 4 раза в месяц. Один месяц. Больше не нужно. Это, пожалуй, все, что для маленьких детей. Надежда Швед пишет: Юрий Андреевич, думаю, вам вообще нет смысла тратить свое драгоценное время на таких людей. Ваш уровень знаний и понимания внешнего мира и внутреннего человека несовместим с многими человеками-обезьянами. Вам нужно тратить свое время на ваше здоровье максимальное. Продление вашей жизни, ибо она цена для всего человечества. Ну, очень, конечно, громкие такие слова, и даже неловко от этого, но я очень благодарю за такую высокую оценку себя. Я лишь, конечно, скажу, что вы правы в том, по крайней мере, да, что действительно человек-обезьяны порой пишут подобное, например, некоторые я приведу сейчас примеры. Но понимаете ли, как не стоит? С одной стороны, не стоит, если речь идет о том, что я себя сам буду жалеть и действительно не тратить свое здоровье и жизнь на всю эту нечисть. Но такой уж у меня характер и обостренное чувство справедливости, и не могу спустить хамам и наглецам в их радости от упоения своей безнаказанностью и якобы правотой и указать им на их место, чтобы, по крайней мере, они заткнулись и поняли, и уже не смогли написать очередную глупость, это для меня, как бы сказать, долг. Поэтому вот, к сожалению, тут вот, да, трачу свою жизнь на это, но что делать. Но еще раз вас благодарю. Вот, пожалуйста, вам пример. Вера Выборного. В крови не могут быть паразиты, могут быть другие паразиты. У глистов свое место обитания, это кишечник. Дура, просто дура. Идиотка, по-другому сказать нельзя. Ну, хоть бы справочники открыла по паразитологии какие-то, посмотрела бы циклы развития. В кишечнике у нее могут быть аписторхи в печени, а и хинокок, и в головном мозге, и в легких, и где угодно. Во всех органах и тканях могут быть. Ладно, ответила ей так, тупица, они, то есть личинки гельминтов, передвигаются, мигрируют в определенной стадии своего развития по крови и лимфе, в разные ткани, невежда. Привожу ссылку. Одну из многих. И вот только по аскоридам зачитаю кратко. С загрязненной водой и пищевыми продуктами яйца съедаются человеком и попадают в тонкий отдел кишечника. Здесь вылупляются личинки, пробивают слизистую оболочку кишки и проникают в кровеносные сосуды. С током крови через воротную вену, печень и нижнюю полую вену они попадают в правое предсердие, правый желудочек сердце! и по легочной артерии в легкие. Вот вам пример миграции в легких. Зачитываю дальше. Личинки последовательно переходят из крови в легочные пузырьки. Кто не знает, это альвеолы имеются в виду. Бронхи, дыхательное горло и в ротовую полость хозяина – и оттуда вместе со слюной, ну с мокротой, с отхаркиванием, да, другими словами, вторично попадают в кишечник. Вот вам тупица, пример миграции одного всего лишь из видов. За время миграции личинки линяют два раза и увеличиваются в размерах до двух с половиной уже миллиметров после второго раза. Миграция личинок аскорит длится около двух недель. В кишечнике личинки растут, еще раз линяют и через два-два с половиной месяца достигают половой зрелости. Продолжительность жизни у взрослых аскарит около одного года. Яйца и личинки развиваются в присутствии кислорода. Взрослая форма – строгий анаэроб. Еще раз, взрослые особи многих видов поселяются в кишечнике, но далеко не все. Есть и взрослые особи, которые живут в последней стадии своего развития во взрослом виде до самой смерти не в кишечнике, а в других органах и тканях. И ладно была бы невежда, но спросила бы как-то, с сомнением что ли, эту мысль свою гениальную изрекла. Но нет, она знаки восклицания ставит. Это просто, ну, полный вперед. Ладно, идем дальше. Ками Слав. Юрий Андреевич, добрый день. Подскажите, программу антипрозитарную можно ли принимать, если есть проблемы с ЖКТ, гастрит, калит, плохой желчаток? И... Или нужно сначала эти проблемы устранять? Очень хороший вопрос. Значит, конечно, есть такие проблемы, когда любые новые продукты, препараты вызывают какие-то отторжения, индивидуальные реакции организма и так далее, тогда нужно действовать аккуратно. Проверить это можно только практически. В этом случае я советую начинать препараты принимать по одному в день, добавляя или раз в два дня. То есть не все 3-4 там сразу, а добавляя каждый день, либо через день, через два дня по одному смотреть реакции. Под этим товаром нашим набор антипаразитарный все это подробно расписано. А также у кого есть негативные реакции индивидуальные, что тогда делать? как приостановить, как потом начинать, как перенести с до на после еды там и так далее. Там все расписано. Пожалуйста, следите. А в принципе с гастритом, колитом, конечно, можно. Безусловно. Просто половину из этих препаратов не до еды принимаете, а после еды, например. Через 30, 40, 50, 60 минут вот в этом диапазоне. Вот еще одно дебильное письмо. По-другому назвать его, разумеется, невозможно. Почему? Пишет уверенно и безапелляционно некая Светлана А. Присутствие паразитов, Продлевает срок жизни хозяина. Это взаимовыгодный симбиоз. Только все хорошо в меру. Ну просто дура. Этой тупице я даю ссылку следующую и пишу. Про эхинокока. Про симбиоз. Посмотрите. Симбиоз ⁇ это взаимовыгодное сожительство двух организмов. Человеку выгоды от паразитов нет никакой, а пагуба огромна. Многие виды паразитов приносят человеку не только потерю здоровья, долголетия, но даже и смерть. И вот по Ихинококу, для примера, вы сейчас видите, какой взаимовыгодный симбиоз. Я просто поражаюсь тупости. Вот действительно профессор Преображенский в известном произведении правильно сказал, что не нужно судить о проблемах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. Понятно, Светлана А. Посмотрите книги по паразитологии, но ну, изучите 10-20 видов паразитов, их циклы, жизнь, как они живут и что делают в организме человека. И вот какой вред для человека от паразитов известно, а вот какая польза не только неизвестна, а известно, что пользы нет никакой, а только вред. В своей лекции от 2014 -го года, большой, длинный, я подробно все это объяснял, и видов 10 паразитов, если не больше, досконально разобрал. Так не поленитесь хотя бы повысить свою образованность житейскую общую. А не быть невеждой и дурой до конца своих дней и нести ахинею абсолютную, за которую вам двойку в школе должны были еще поставить. Кстати, вот одно письмо я его скопировал с под видео про дебилов, ну где я писал, а все понятно, если продает, значит это все неправильно. В общем, вот это видео, так вот. И там Владимир Козис написал следующее мне: А мне наоборот нравится: то, что вы сразу даете выход из положения, а не просто воду льете. Это проблема! Посмотрел видео, купил и использовал нет проблемы. Не нужно искать, где купить, сомневаться в качестве. Тем более часто вы даете советы, которые не касаются вашей продукции. Разумеется, так я вам более того скажу. И всем дебилам отвечу, что я, например, сейчас вот очень много лекций, десятки уже, говорю про ограничение, либо приостановку вовсе потребления в пищу сладкого. А вы знаете, мои старые зрители, что я произвожу много продуктов, которые сладкие, например, живой сыроедный шоколад и так далее. Так получается, я отговариваю и от этой продукции, и продажи по этой продукции у нас упали во много раз. Так мне это выгодно как бизнесмену? Нет? Тогда прикусите свои поганые паскудные язычки. Так вот, я всегда в жизни руководствуюсь правилами, говорить то, что есть истина, правда. Вне зависимости, нравится мне это, не нравится, выгодно, невыгодно мне. Пофигу на это, понятно? Дальше письмо. Я думаю, любой здравомыслящий человек может убедиться в вашей экспертности, безусловно, кто имеет разум. Купить... Как минимум один товар, проверите после этого не сомневаться и постоянно использовать вашу продукцию. но ну, там, конечно, есть вещи субъективные, такие как продукт питания на вкус, только а понятно, что проверить это ощущение, это субъективные вещи. Но ну, тем не менее, да. Благодарю вас, что делаете эти видео. Просвещайте нас, что есть возможность покупать органические добавки, ведь у большинства нет возможности выращивать и производить все эти продукты. Совершенно верно. Если бы все люди понимали ценность, во-первых, этих знаний, а во-вторых, полезности ваших продуктов, то готовы были бы заплатить и во много раз больше. Но это совершенно вот просто письмо разумного человека. Я благодарю вас за то, что не сам произношу эти слова, вполне разумные для любого разумного человека, потому что у разумных людей мышление одинаковое, а что это сказал человек другой. И вот еще аналогично, и больше уж не буду, Анфиса пишет. «Огромное спасибо, Юрий Андреевич, за ваши лекции. Очень приятно, что они подробные. После таких лекций нет необходимости искать дополнительную информацию». Совершенно верно. Для этого именно такими я их и делаю. А кто пишет много букв, ну или аналоги, дебил, повторяю в сотый раз, мои лекции не для дебилов, идите стороной. И еще спасибо за магазин, так как сразу можно приступить к лечению. Все есть в продаже. Здоровья вам и долгих лет жизни. Благодарю вас, Анфиса. Совершенно разумно. Совершенно абсолютно просто логично и разумно. По-другому и быть не может. Но есть те, кому это поперек горла. Для таких как раз мое видео про дебилов. Ответ дебилам. А вот, э, ну, лотос ник такой пишет: Раз и людям не нравится, назовите по-другому. Недееспособный. Может, так поймут, потому что только недееспособные могут ходить с полчащами паразитов в своем теле и кичиться. Я здоров! Или у меня анализы не показали. Ну не высел ты их, вот не показали. Пусть читают паразитолога и ученого Хильда Кларка. Кстати, дамочка та -то вот тоже умная. Вот Хильда Кларка, ученого, ну почитайте называется умершие доктора нилгут шедевр рекомендует товарищ лотос я тоже рекомендую Юлия Соляник пишет, благодарю за полезное видео, я тоже пропила вашу антипаразитарную программу, но теперь поняла, что однократно это мало, так как заражение может произойти в любой момент, тем более при наличии домашних животных. Дорогие друзья, я хочу это прокомментировать. Я всегда говорил с самого начала, 10 лет уже там, что два раза в год, как минимум, для тех, кто более-менее соблюдает правила гигиены, надо проходить два раза в год программу антипаразитарную заражения вторичные могут быть откуда угодно. Если кто-то идеально соблюдает правила гигиена, а их я подробно излагаю в своем видео от 2014 -го года про паразитов, то раз в год. Таких людей я в своей жизни практически не встречал. Я вижу, что творят люди. Как они тянут руки в рот, как после там трогания дверных ручек могут, не помыв руки, прикасаться к лицу или к пищевым продуктам там и так далее. Короче говоря, объективные вещи есть объективные вещи. У кого есть домашние животные, этот человек в группе риска, за исключением случая, когда домашнее животное сидит только дома, а вы каждый день после прихода с улицы дезинфицируете входные коврики, обувь и так далее. Но поскольку люди это, как правило, не делают, то в группе риска находятся все. С обувью вы можете занести яйца гельминтов, соответственно, в квартиру, в дом а оттуда через домашних животных получить э, заражение, либо непосредственно, либо грудной ребенок ползает, ну и так далее, понимаете, да? Это тоже вещи объективные. Поэтому антипаразитарную программу надо проходить два раза в год, как минимум. Кто-то спрашивал, а можно больше? Можно, потому что она является и гепатопротекторной еще, там только одни плюсы. Елена Светова пишет, Юрий Андреевич, благодарю вас за спасение человечества. Ну это громко уж, ну я благодарю, что так высоко оцениваете мои Труды, но ну, действительно, мои чайные надежды направлены на это. По крайней мере, чтобы люди стали разумными и в плане здоровья, ну и серьезно подходили к этому вопросу. Каждый ваш ролик отправляю своим родным и знакомым. Дай бог здоровья вам и всех благ. Сделали большой выбор продукции. А, ну вопрос, почему кедрового масла нет, ну он временно нет, будет позже. Зато есть шикарное льняное и основные другие, вот органовые, но это вообще самое полезное, но это ладно долго объяснять. Есть даже видео у меня с профессором Хусейном из Марокко про его продукцию. Люся Порталова. Благодарю Юрий Андреевич за полезную информацию и поистине титанический труд по оздоровлению населения с оздоровлением человеческого организма. Доступно и понятно, без перегруза медицинской терминологии. Очень много видео на разные темы, спасибо. Благодарю вас, совершенно адекватная оценка моих видео. Владимир Демьяню, кто дал право Фролову называть людей идиотами? Право мне дал голос здравого смысла, логики и разума. Убежденность в том, что нельзя хаму давать повод для гордости и ликования. Ну и другие объективные причины на то есть, кто мне дал право. Так же, как и право мне то же самое дало благодарить, уважать других людей. А, кстати, ему ответ был дан Ириной Румянцевой. Ну а если вы постоянно его упрекаете, как еще, по-вашему, таких паразитов называть? Причем, да, я бы тут подчеркнул, дело не в упреках, а дело в наглости, надменности, в абсолютной безапелляционности, идиотских суждений и так далее, и так далее, которые они в ранг истины возводят и глумятся, и хамят, и так далее. Дальше она пишет, если тут дают вам бесценные знания бесплатно, не пишите ничего, если с чем-то не согласны. Ну, я тут поправлю, можно писать, но ну, хотя бы как бы спрашивая, что ли, да, или, так сказать, вот в желании разобраться, а не вот это ли правильно, а вот как вы считаете, или что-то, ну, хотя бы как-то порядочно, как-то корректно. Но благодарю в любом случае за поддержку, конечно, так сказать, ваш посыл понятен. Я просто хотел акцентировать. А вот еще послушайте наглецы. Ну и порядочные люди просто для интереса. Самурай 57 пишет. Юрий Андреевич им разбор сделал на полчаса а они говорят о его самомнении. Юрий Андреевич разбирается в теме, как не разбирается никто из комментаторов, но комментаторам этот факт не мешает продолжать изливать все, что у них есть внутри. Наверное, у таких людей как раз много глистов в организме, да и в голове. Ведь чем наполнен человек, тем он и делится с миром. Очень меткое подмечание. Если это читает один из таких людей, то я призываю этого людя ну, видимо, не люди, постепенно становиться человеком и включать свою голову, или же для начала научиться слушать умных людей и анализировать ими сказанное, на основании тех фактов, которые они преподносят. Благодарю, Юрий Андреевич, огромная вам благодарность за труды. Вы супергерой нашего времени. Ну, конечно, благодарю, благодарю от всей души за высокую оценку и за абсолютно разумный комментарий. А другим людям, вот всем, я хочу сказать, вот посмотрите, вот как пишут, аргументируя, чем, что в основе их желания написать, изложить информацию лежит, и посмотрите для примера, как излагают не информацию, а свою действительно желчь, глупость, идиотизм, те, кто пишет противоположное, как? Ни единого доказательства, ни единой логической цепочки рассуждений, просто констатации, причем зачастую они настолько объективно понятны, что идиотичны, что для этого не надо знать, обладать какой-то специфической информацией. Просто по-человечески они идиотские. Но зло из них прет, потому они и не могут угомониться. Витя Ц пишет, Благодарю за дешевый способ избавления от паразитов. Я уже два раза пропивал ваши лисички. Эффект от пяти баночек лисичек выше, чем от парашилд кораллового клуба. Ну, благодарю. Вот, пожалуйста, оценка насчет дорого-дорого. Человек просто, видимо, его тоже залит. Говоришь, нет, это дешево, потому что здоровье дороже гораздо. Максим Гаврилов пишет. Заказал набор супруги. Дороговато, конечно, но здоровье дороже. Ну, вот кто-то считает, что дороговато, но здоровье дороже, безусловно. Будем лечить анемию. Зачем Крем от лисичек в наборе? Да, очень важный вопрос, дорогие товарищи. Крем можно в принципе не брать, то есть набор там есть выбор без Крема. Но, если есть проблемы с кожей, если при лечении э, гонки паразитов идут какие-то кожные проблемы. И скорее всего они идут. Или по результатам исследований разных вам выявили, что идут какие-то воздействия воспалительного характера на кожу, то применять его стоит. Но еще раз подчеркиваю, не обязательно. Вы можете выбрать набор без него. Маршал Жука пишет. Какая ирония. Сегодня чистил скумбрию. Внутри обнаружил 15 взрослых особей-паразитов. Это не считая тех, что в кишечнике. По справочнику определил, что это были закиды которые встречаются как раз с сельди и скумбрии. Вот такой сюрприз замороженной рыбе с рынка. Ну, а что вы хотели? Любовь Воробьева. Спасибо, как всегда, гениально. С уважением, Любовь Воробьева. У меня радость. Наконец-то мои дети признали ваш труд. Я ждала этого три года. Что тогда говорить о чужих? Бесконечно всем о вас рассказываю. Спасибо за то, что вы есть. Благодарю вас. Рад. Но ну, действительно, часто пишут. Вот дети. не Это большая беда. Отцы и дети. Говоря о родителях и детях вообще, это извечная проблема. Слушают легче чужих, а то, о чем говорят родители или дети, наоборот, друг друга, как правило, ну не все слушают. Да, это часто у многих такая есть проблема. Но тем и хороши мои видео, что действительно кто не отгородится от них сразу, а будет слушать здравый смысл, логику, то эти люди рано или поздно жизнь показывают, приходят. Многие даже писали, правильно вы меня дебилом назвали как-то много лет назад. Я теперь только и понял, что я был дебилом, и только теперь стал слушать и понимать а такие письма тоже есть значит я не зря бьюсь лбом об стену и дебилов тоже дебилами называю не зря но вот пожалуй и все долгое видео получилось благодарю кто досмотрел не зря я его снимал в любом случае хамом наглецам и идиотам я конечно радоваться повода не дам и всегда закрою им их наглый рот и тем не менее я всегда готов к открытой дискуссии Кем бы ни был этот человек. Потому что если он считает, что он меня победил, типа я не хочу или боюсь, я всегда говорил, я никого не боюсь и ничего. Я готов с любым человеком вступить в дискуссию, открытую, можно даже в прямом эфире, вообще по барабану. Ну а всем хорошим, честным и порядочным людям я, как всегда, желаю крепкого здоровья, здравомыслия, успехов. Ну и до новых встреч, до свидания.